Райтон. Я не думал, что там может кто-то стоять, это пиздец. Привет, с вами Гетла, для этого выпуска сыграл три катки. И пацаны, если вы давно знаете канал, но не подписаны, подпишитесь, это бесконечно важно. Во-первых, от своих слов не отказываюсь и защу уши на 100 тысяч. Во-вторых, у нас есть замечательный розыгрыш для вас с этим ножом. Охренеть, как круто играть. То есть, ссылка в описании, можете участвовать. Я сыграл три катки, две из них 1 в 5, потому что в одной из них попался бустер. Нам пришлось играть серьезно. Скаут в деле. Приятного просмотра. Ты уверен? Ежедневно тысячи наших кейсов окупаются более чем в 15 раз. Даже с кейса за 100 рублей падают ножи и порядка 30 скинов стоимостью 4000 за каждый. А общая окупаемость у нас всегда держится на уровне 80%. Just Case Net. Крутые скины доступны каждому. Ноябрьские бонусы можно забрать по ссылке в описании. Неужели? Там ковры, короче, профессионал играет, пацаны, 100%. Ну, как бы профессионала мы немного утихомирили. И этого утихомирили. Репорт. Мать ебал, найс, долбоёб. Ну, там все русские, как бы, чё. Ну как бы норм. Ничего себе. Ну я говорю, это там играет уже бустер. Бустер, который будет меня сейчас нагибать. Да, это бустер. А вы сможете на следующий ливнуть тогда? Вообще без проблем. Все, играем тогда по-серьезному. Надо выигрывать. Надо выигрывать. Бустеры, блядь, заходят нахуй, не дают 1 в 5 записать. Я не знаю, как, блядь, у людей получилось попасться без бустеров. На пит пикну. Пит убил. Нет еще. Нет убил. Хорош. Лол. Лол. Хорош. Ну, пиздец, это бан. Хорош. Все. Что, это же ебает. Блять, как так вышло? Да, щиты, блядь. Я при том, что это, ну, бустеры очевидные, нахуй. Ну, один, по крайней мере, точно. Что это за пиздец? Повезло, блядь. Что, все раунды так, что ли, будет? Конечно, нет. Сука! Ладно, здесь я тоже не поверил. Но они слышат выстрел со скаута и, походу, боятся. Они уверены на 100%, что я читер. Апсы попал, наверное. Блять, апсы минус 7-6. I'm wet. Хорош, блядь. Это пиздец, честно. Я не думал, что там может кто-то стоять, это пиздец. Да. Нормально. Ковры. Хорош. 7. Ну ладно, я попал в него со скаута вроде, но скопом, да, и потом добил. Ну за тот раунд, мне кажется, тут даже церемониться никто не будет, там пиздец, честно. Сигареты и голову. Хорош. Нормально. Набегу, да бля, кикните дауна. Дядя пёс, ну сука, пиздец нахуй. Пиздец, блядь, какой-то ненастоящий. Ладно, чтобы завершить эту игру, в дело должен включиться скаут. Ну а что такое? Рано писать ГГ, пока игра не выиграна. На, нахуй, арбуз. На, сука. Хорош. Найс. Красавчик. Вау. Нахер я там граффити поставил? Кстати, буду знать, да, надо ставить, да, здесь граффити, чтобы башку было хуже видно. Это же реально норм тема, да, слушайте. Хорош. Да. Гусь, давай, ты сможешь? Хорош. Нож. Хорош. Спасибо. Прощайте. Кикайтесь, пока играю. Давай, пока. Двое под шоу стоит.
Все, сейчас бахну. Играем и смотрим, что будет. Главное правило — всегда покупать диффуза. Там у кого-то фес на Ави. Фес на Ави, да. Да, это он. Это фес. Второй КЗ, где один на шорте. Ах, почему бы не проораться? Ладно, дальше буду играть под Б. Идите нахуй, блять, уроды! Вы это видели, блять? Вот это сборище тупых уродов. От Valve. До свидания. Да, я тебя слышал. Так, а у них не получилось. Значит, это будет Б. И диффуза сразу принесу сюда. Диффуза на Б есть. 4-3. Главное реализовывать все гранаты, это очень важно. Б у них сейчас не получилось, возможно пойдут А. Или в мид кто вырвется. Да, нормально. Прочитал чуть-чуть. Диффуза есть. I'm defusing the bomb. Defusing the bomb. Кто же знал, что 2 будет в китчене? Не бейте, именно вот так вот. Тент у меня. Выиграю last round, будет хорошо. На плюс веб тупо бежит и убивает. Это конченая какая-то игра, честно. Смотрел? Лучший. Спасибо. И да, счет 16-8, но во второй катке счет был 16-12. Но! Потом парень подрубил читы, и то есть было настолько обидно, что я просто решил не заливать ее на канал. Но 1 в 5 я принципиально, сука, выиграю и предоставлю вам эту игру, потому что, ну, я не знаю, это будто бы для меня какой-то челлендж, который вот, сука, вот хочется выполнить. Лайк, подписка, а с вами был GetLight. До скорых встреч. Я выполняю заказ, я помню только собака. В первый раз я не помню.
с улицы, это то, что я хочу.